Власти Ненецкого округа выделят 20 миллионов рублей из регионального бюджета на реализацию мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Эти средства направят на стимулирующие выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с диагнозом COVID-19, приобретение лекарств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, обеспечение питания медиков в стационаре. Данное решение было принято в ходе заседания администрации Ненецкого округа. Более 20 миллионов рублей из бюджета Ненецкого округа будут направлены на реализацию в апреле-мае мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Чуть более 13 миллионов рублей направят на приобретение лекарственных препаратов и медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты медицинских работников. Еще 3 миллиона рублей на питание медицинского персонала, оказывающего стационарную медицинскую помощь в связи с лечением пациентов с COVID-19. Порядка 3,7 миллиона рублей будут направлены на региональные стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам. Как отметил глава профильного регионального ведомства Сергей Свиридов, средства окружного бюджета будут направлены на выплаты тем категориям медицинского персонала, которые не вошли в перечень, утвержденный правительством России, о стимулирующих выплатах медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Это врач и фельдшер санитарно-авиационной службы, врач клинико-диагностической лаборатории, фельдшер-лаборант, рентген-лаборант, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра функциональной диагностики, медицинский лаборантный техник, водитель скорой помощи. Вышеперечисленным категориям медицинских работников будут установлены выплаты в размере от 20 до 80% от среднемесячной зарплаты в зависимости от категории. Ранее о финансовой поддержке медиков, борющихся с коронавирусом, из федерального бюджета заявил президент России Владимир Путин. Соответствующие средства в размере 5 миллиардов рублей были распределены между регионами 3 апреля. Ненецкий округ получил 1,7 миллиона рублей. Накануне правительством на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам распределены дополнительно 50 миллиардов рублей. 9 миллионов из них Ненецкому округу. Мария Даник, телеканал «Север».